С 22 июля в Гродно начнется повторная обработка от клещей. Она продлится в течение недели. Первой станет территория урочища Пышки. Далее Лососно, озеро Юбилейное, парк Желебера и Калужский. Специалисты рекомендуют 3 дня после не посещать эти места. График с точными местами обработки опубликован на сайте Зонального центра гигиены и эпидемиологии. В него могут вносить коррективы, поскольку это нужно делать только в сухую солнечную погоду. Обрабатываться будет не вся лесная территория, да, в этих зонах отдыха, а только территория вдоль лесных дорожек, вдоль тропинок, велодорожек, спортивных площадках, то есть тех мест, которые активно используются населением. Наши граждане, которые являются собственниками частных участков, садовых участков, тоже могут обработать свои участки, обратившись в Гродненский зональный центр гигиены, заключив договор, и наши специалисты выйдут, обработают территорию. Срок действия препаратов акарицидных примерно составляет 1-1.5 месяца. Всего в этом году в Гродно и районе от укусов клещей пострадали 195 человек, из них 49 детей. 2 случая произошли на тропе в Пышках, остальные в частных домовладениях. На дачных участках, некоторые на территориях других районов нашей области. Сейчас, отмечают специалисты, кровососущие находятся в состоянии затишья. Их пик активности придется на вторую половину августа, сентябрь, когда температура воздуха существенно снизится. Самое благоприятное для них 15-20 градусов. При встрече с паразитом, напоминают в Зональном центре гигиены и эпидемиологии, его можно аккуратно снять самостоятельно, либо обратиться в ближайшую поликлинику, где врач назначит наблюдение и профилактическое лечение.